Друзья, привет! Идем с вами в светофор на Хасанской, город Санкт-Петербург. На улице у нас плюс 2, снега, дождь, погода просто отвратительная. Вот это серое здание впереди, это новый светофор. Будьте внимательны, вот здесь написано «Осторожно», тут ездит трамвай. Подход, как всегда, не очень удобный, конечно, другого входа нет. И вот так выглядит светофор. Друзья, всем привет! Мы в светофоре на Хасанской. Посмотрим, может, что-то новенького за недельку появилось. Ну и посмотрим цены. Вот, например, мыло натуральное, традиционное. Содержит глицерин. Сделано в России. Стоит 19,80. Такой вот кусочек. Мыло антипятно. Активная формула против любых пятен. Не содержит СЛС. 200 грамм. 25 рублей стоит. Копейки не буду вам называть. Также есть средство для мытья стекол литр с распылителем. 43 рубля. Ватные диски. 180 штук. 39 рублей. Универсальное чистящее средство для текстиля, для сантехники. 750 миллилитров. 89 рублей. Гель для душа. Литр в дойпаке. Экстракт оливы, риса и авокадо. Очищение и забота. 72 рубля. 64 рубля шампунь Тимотей для всей семьи, чистота и свежесть. Аромат дикая роза, 400 мл. Жидкое мыло детское, 1 литр с дозатором. Для всей семьи, без слез, 0+. Экстракт ромашки, содержит витамины С и Д. 82 рубля. Черное мыло для бани, 500 мл, 68 рублей. Мыло для бани с натуральными растительными экстрактами и эфирными маслами. Можно использовать как гель для душа или шампунь для волос. Для получения максимального эффекта рекомендуется применять в бане. Смотрите состав. 68 рублей. Новогодние салфетки появились. Трехслойные 20 штук. 33 на 33. 27 рублей. Набор салфеток из микрофибры. 30 на 30. 10 штук. 94 рубля. Есть зеленые, есть голубые. А жидкое мыло для рук. Аромат зеленого чая. Тут у нас 1 литр 51 рубль. Средство гранулы от засоров Грызлик. Чистое удовольствие. 5 упаковок по 70 грамм. 162 рубля. Мусорные мешки с завязками на 40 литров 30 штук. 48 рублей. Пакеты-слайдеры для замораживания, для хранения с устойчивым дном. На 1,5 литра 10 штук, 18 на 22. Это Фрекенбок, 76 рублей. Набор вешалок с ПВХ-покрытием, 7 штук, 77 рублей. Хлопчатобумажные перчатки, обливные, 5 пар в упаковке, 73 рубля. Появилось покрытие хозяйственное, такое жидкое стекло с рисунком. Тут листики. 80 на 120, силикон, толщина 0,5 миллиметра. 244 рубля стоит. Морская вода для полоскания полости рта и носа. 4 штуки в упаковке по 100 мл. Стоит 63 рубля. Новые расцветки кресел. Кресло-мешок груша, размер XL. 125 на 190, ткань Оксфорд. 1095 рублей. Это синий цвет. Там что-то тропическое. И листики, цветочки. И вот такой камуфляжный. Много пряжи для ручного вязания, 200 грамм, 70% шерсть, 30% полиэстер, 62 рубля. Коврики, ковер «Галактика», метр на 1,5, 552 рубля. Расцветки разные, есть потемней, есть явно в детскую. Тут вот какие-то планеты, розовый цвет, звездочки, цветы, выбор большой. Марля 500 сантиметров на 90, 69 рублей. Появился мед, килограмм 400, 209 рублей. Санки надувные ватрушка, цвет красный и синий, диаметр 1 метр, цена 991 рубль. Смотрите, какие классные скетчпады появились. Обложки просто супер. Дали, тут Климт, 24 странички, плотность 200 грамм, плотные странички. А есть вот такая обложка
Смотрите, Ван Гог. Какой классный. И тут Пикассо. Такие скетчпады стоят 81 рубль. Плотный картон, то есть удобно будет даже вот так вот держать в руке и делать какие-то зарисовки, скетчи. По-прежнему есть в продаже календарики настенные на 22 год, на скрепке. 37 рублей. Смотрите, какие классные тут картинки, натюрморты. Детский мольберт знаний, доска двусторонняя, 1165 рублей, тяжелые коробки. Друзья, я покажу вам этикетку, мне его не снять. У мольберта две рабочие поверхности, одна магнитная, вторая для рисования мелками. Есть вместительный пенал для мелков и констоваров и подстаканник удобный. Новые машинки, турбо-трюкач, 11x9x7,5 со спецэффектами, 150 рублей стоит. Машинки светятся и бывают разного цвета. 340 рублей галоши, меховая опушка, женский, цвет вот синий, сиреневый, черный, с цветочками, с разными рисунками. Сделаны из эвы, очень легкие. И размер 36-46, то есть тут можно и мужчинам взять, видимо, вот такие, например, в клеточку. Женские колготки, утепленные с термоэффектом, 268 рублей. Сапоги зимние мужские с 41 по 46 размер, 674 рубля. Вот внутри мех, тут на липучке, легкие. Вот эта часть калоши сделана из эва. Цвет черный. Текстиль я вам показывала. По-моему, нового тут ничего не появилось. А вот в одежде, друзья, просто гора новинок. Вот такие флисовые кофты привезли, женские, на молнии. Воротничок-стоечка стоит 490 рублей. Флис не очень толстый, но не тонкий, такой средний нормальный флис. Состав 100% полиэстер. Произведены флиски в России. Цвет вот вижу синий, а есть вот такие зеленые. Но зеленые немножко другие, покажу вам попозже. Они там с капюшоном, с кармашками. Цена 490, 48,58. Женское платье, толстовка. Такой бирюзовый цвет. Размер 44-54. 460 рублей стоит. Такая вот толстовочка. Посмотрим. Начеса нету. Петелька такая. Вот это 52 размер. 100% хлопок. Расцветки разные. Рисунки тоже, надписи разные. Вот такой коричневый, как баклажан чуть-чуть. Кстати, есть кармашки по бокам, это удобно. Цена 460 рублей. Дальше просто гора домашних комплектов, женских и мужских. Футболка с коротким рукавом и штанишки на резиночке. Вот бантик тут и есть. Стоит 371 рубль. 100% хлопок, размер 46 по 56. И очень большой выбор расцветок, дизайнов. Тут вариант с овечками. Скажу сразу, я себе такое взяла. Смотрите, какие милые барашки на штанах. И такая футболка. Ну, простая комплект, как пижамка для дома ходить. Покажу, какие еще есть варианты. Вот такой оранжевый с солнышками. На штанах солнышки. Размеры 46-56, желтый вариант с цветами и штаны серые в желтую клетку. Это мужской комплект. Размеры тут также 46-56 и, по-моему, еще немножко маломерят. Целая гора женских халатов,
классные, яркие, веселые расцветки, но есть не очень веселые, есть цветами. Покажу вам потом. Халат на молнии, хлопок и очень привлекательная цена. Размеры до 56, но, по-моему, они маломерки. Нашла 56, не выглядит он на свой размер. Думала взять, но все-таки нашей бабушке будет мал. И вот 226 рублей стоит. Вот сламинго нашла. Они еще стопками, прям в упаковках. Видимо, вот их только-только выкладывают. Также есть халаты маечкой. Видите, без рукавов они. Тоже хлопок, тоже 44,56. Такая расцветка с цветами. Понравился такой вариант. Смотрите, полоска такая неяркая и розовые цветочки. Этот халат маечкой сверху идет. С котиками есть. Тут тоже халаты в клетку. Вот такие темно-синие. Но тут прямо надо рыться. Вот это мужской костюм. Ну, в принципе, и девушкам подойдет. Яркие штанишки в клетку. И красные футболки со львами. Друзья, комплектов тут море. Поспешите, только привезли. Очень много женских халатов. Они по 226 рублей. Платье, толстовка детская, утепленная, еще не видела. 282 рубля. Детские брюки спортивные, 187 рублей. Вот упаковка лежит. Еще их... А вот есть розовые достали на девочек. Тоже 100% хлопок. Делает Россия. Это на мальчиков. Тут вот на резинке с кармашками веревочка есть. Вот это вот похоже на детское платье, толстовку. Сейчас будем разворачивать. 152 размер, 100% хлопок. Смотрите, какие классные. Без начеса, не очень теплая. Внизу вот так вот резиночка и манжеты есть. Так, здесь джемпер женский. Это флисовая кофта, друзья, с капюшоном. До этого я вам показывала, там воротничок был, стоечка, а есть еще вот такие с капюшоном, спереди карман, такой вот один сплошной. Плюс такой не очень толстый, но нормальный, средненький такой. Вот так вот сверху можно затянуть капюшон. Так, флиски такие стоят 490 рублей, размер 48-58. Много, очень много комплектов женских и мужских. Там вот синие видно, красные, зеленые. Так, друзья, это детские толстовки платья на девочек. Вот это 152. Такой рисунок, цвет серый, горчичный цвет. И здесь сбоку рисунок. Тоже целая стопка. Есть с собачками. Вот они тут в упаковках, еще их не достали. Зеленые скорги. И туда вот вниз пошло. Посмотрите, сколько их. Платье-толстовка с 3 до 12 лет. 282 рубля. Так что поспешите, друзья. Тут просто море всего хорошего, интересного. Я себе набрала. Смотрите, что. Это комплект мужской. Футболка и вот такие яркие штаны. Это я сыну взяла. Так. Вот такой комплект женский взяла. С овечками себе или дочке дома ходить. Также взяла 2 скетча детям. И морскую воду. 4 штучки. Как раз промывать нос, горло. Друзья, мороженые классные. Тут Марс в банках. Смотрите. Альпенгольд мороженое. Так, здесь тоже какое-то интересное. И цены. Альпенгольд 58 грамм 33 рубля. Экстрем рожок 27,70. И Марс 263 рубля. 1563 рубля стеллажи универсальные, белые. Так можно под телевизор поставить. Ширина 118, высота 58, глубина 25. Горизонтально или вертикально можно поставить. Целая стопочка. Я решила взять, попробовать упаковку вот таких батончиков.
Они вроде как натуральные, без добавления сахара. 98 рублей за 6 штук. У кассы стоят большие яйца, пластмассовые упаковки. Внутри, наверное, игрушка, шоколадный десерт и игрушка 2XL. Стоит 81 рубль. Есть варианты для девочек и для мальчиков. Смотрите состав. $473 дискошар музыкальный, диаметр 17 сантиметров, есть пульт в комплекте, USB, Bluetooth и вот так вот шар включен, вот здесь около кассы, посмотрите, как светится, мигает. Ну а это все мои покупки, взяла 2 скетча детям, взяла 2 пижамки. Взяла воду для промывания носа и горла и батончики. Вся покупка на сумму 1069 рублей.